На 10-й международной промышленной выставке «Иннопром» начала работать нейросеть российского бизнеса. Так символично, торгово-промышленные палаты России и предприниматели обыграли специфику своей работы. В презентации объединенного стенда приняли участие глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, первый заместитель генерального директора «Экспоцентр» Николай Гусев и президент Уральской ТПП Андрей Беседин. Итак, друзья, да, все верно. Пермь, замечательные наши соседи. По мнению Сергея Катырина, система торгово-промышленных палат аналогична нейронной сети. Используя региональные, федеральные и международные связи, она открывает бизнесу экспертные ресурсы, развивает торгово-экономические и научно-технические связи предпринимателей России с предпринимателями зарубежных стран. Нам кажется, что вот наша сеть, которая на сегодняшний день сложилась, для каждого члена торгово-промышленной палаты это вот такая нейронная сеть. Каждый член палаты – это клеточка в этой сети. На сегодняшний день на территории России работает 180 палат. Они не существуют, они работают. Это работающие механизмы, это офисы, это люди. На интерактивной карте представлены все участники нейронной сети. Можно выбрать любой регион от Ставрополья до Хабаровского края и узнать, чем занимается местная ТПП, какие проекты реализуют и сколько в ней состоит предпринимателей. В число участников стенда вошли высокотехнологичные компании, разработки и продукция которых открывают бизнесу новые возможности по цифровизации производственных процессов, обработке больших массивов данных, созданию электронных площадок для поставщиков и интерактивному обучению. Сейчас вот работа идет над так называемой административной гильотиной. Мы тоже считаем, что важно излишние требования убрать, но главное, чтобы мы не выплеснули с водой ребенка. Мы должны сделать все, чтобы, например, если говорить о промышленности, сохранить систему стандартизации, которая сегодня на пространстве СНГ. Это в наших, в первую очередь, интересах. На стенде представители ТПП продемонстрировали связанность всех филиалов и палат во всех регионах России – Пермь, Челябинск, Хабаровск, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Саратов, Санкт-Петербург. Андрей Беседин вручил членские билеты 27 уральским компаниям, которые присоединились к Уральской ТПП. Еще 9 предпринимателей получили из рук руководителя Уральской торгово-промышленной палаты награды победителям регионального этапа премии «Золотой Меркурий».